Нет абортам, сказали участники акции, приуроченной к православному дню памяти убиенных вифлеемских младенцев. В России эта дата официально считается днем борьбы с абортами. В центре Иванова на молебен собрались десятки неравнодушных к этой проблеме. По официальной статистике, только в областном центре ежедневно посредством абортов прерывают 20 новых жизней. В память обо всех детях, которые так и не появились на свет, организаторы мероприятия из региональной общественной организации «Колыбель» свечами выложили слово «жизнь». Для нас этот день очень важен, потому что мы выходим, обращаясь с молитвенной просьбой. Мы просим Господа Бога о всех святых, и в том числе убиенных вифлеемских младенцев, о том, чтобы это зло у нас в России, в частности в нашем городе Иванове, раз и навсегда было прекращено, чтобы матери прекратили убивать своих детей, чтобы каждый зачатый ребенок был рожден.